Это видео, скорее всего, будет предназначено для новичков, которым тяжело пока в Ютубе находить каналы и путешествовать по каналу. Заранее извиняюсь за микрофон. Немножко у меня некачественный звук будет. Вот, вы попали на YouTube, общий канал, да, вот я нажал YouTube, как бы общий канал, да, вот тут, допустим, набрали Олег Нестеров Брест, можно с пропуском, можно без пропуска, не важно, нажали, вот, тут появились мои видео, да, чтобы попасть на мой канал, под любым видео моим, есть вот надпись, видите, Нестеров Олег. Вот, Олег Нестеров здесь. Это название моего канала. Вот, вы на него нажимаете и попадаете на мою страничку. То есть, она у вас будет выглядеть не так, а вот так вот. Вот, вы как бы попали на мои видео, да? Видео здесь очень много. Получается, вот это первая полная строка, да? Это идут видео все подряд, которые добавлялись. Они беспорядочно. Здесь идут и уроки, и видео подписчиков, и конкурсы, и видео из моего блога. Ниже строка. Плейлисты, да? Вот вы видите. Избранное видео. Блог Олега, это как бы мой личный блог. Вот, ремонт кузовной, Audi 100, это по одной машине у меня идет, инструкция по сайту, кстати, вот, наверное, сюда этот урок я и поставлю. Пролистывайте дальше, нажав на стрелочку, конкурсы, в этих здесь все видео, которые присылают участники конкурса, ну, здесь вот конкурс 1, будет и конкурс 2, и дальше, опыты, в опытах я рассказываю, ну, всякие всевозможные опыты мы проводили. Материалы оборудования. Здесь вы можете найти видео о материалах оборудования. Ну, здесь несколько папок на самом деле, да? Вот здесь зело рации. Вот дальше, чтобы еще папки посмотреть, нажимаем посмотреть все элементы. Вот у вас все папочки. Интересующие вас названия, разделы. Заходите в раздел. Как посмотреть в разделах? Вот, допустим, вы выбрали материалы и оборудование. У вас появилась вот такая страничка, да? Вы хотите посмотреть больше, как бы, видео. Оно у нас не так выскочило. Плейлистом, да? Предыдущие видео. Так, ну вот показать, наверное, показать весь плейлист. Вот, показать весь плейлист, да? Нажали. И вот у вас все видео, 25 видео, все, которые есть в этом плейлисте именно. Ну или, допустим, возьмем мы другой плейлист. Сейчас мы вернемся назад. Вот, допустим, возьмем плейлист «Окраска», да? Вот нажали, 39 видео вы видите в плейлисте. Нажали, ну у вас может другая еще страничка, нажали. Весь плейлист посмотреть, и вот здесь у вас видео все, тут и старые видео есть, и новые видео есть, видео, что касаются окраски. Как можно подписаться на канал? Вот на страничке есть вот такая буковка, оформить подписку. Ну, мне сейчас напишут, вы не можете подписаться сами на себя, да? Вот вы ее нажали, и то есть просмотрели. То есть, ну, я возьму вот эти вот аудиоуроки. Вот вы, допустим, смотрите видео, да. Если вы смотрите не в полноэкранном режиме, вот таком, да. Кстати, вот эта кнопочка, звездочка, да. Вы видите, здесь качество. Сейчас стоит 480. Вы можете нажать на крестик и можете смотреть в любом качестве. Допустим, 720 это будет, или 1080. Ну, тут долго подкачивается. Надо либо скачать, либо подождать, когда оно подкачается. Под видео есть вот такие два значка. Нравится,
нажали нравится, оно загорится, вот оно у вас черненькое. Нажали нравится, оно загорится синеньким. Значит, вам понравилось. Поделиться, допустим, вот вам понравилось видео, вы захотели поделиться. Нажали поделиться. У вас появились вот такие значки. Эти значки у вас синхронизированы с вашим, вот, допустим, Facebook. Вот я нажал на Facebook, да, на значок, и поделился. То есть у меня это видео идет на мою страничку в Facebook. Либо на Одноклассники нажал поделиться с друзьями. Оно тоже уйдет как бы в Одноклассники. А теперь главная моя страничка. Допустим, вот выходим на главную страничку. На главной страничке, когда вы увидите, здесь есть сведения. Вот, нажали сведения. У вас открылся вот такая страничка открылась, да? Здесь вот это мой сайт. Это моя страничка ВКонтакте. Это телефон, не обращайте внимания. Это моя страничка в Гугле, группа ВКонтакте, блог от Олега. Этот блог у меня на сайте, там мои личные видео, то есть, которыми я делюсь со своими подписчиками. Видеостудия Мита. Это... Ну, это тоже мой сайт, это видеосъемка, я занимаюсь. И Одноклассники тоже, моя страничка. Нажав на Одноклассники, вот допустим, да, вы попадаете на мою страничку, я ее совсем недавно открыл, где вы можете просто нажать, сейчас кто-то дружится тут, просто нажать, здесь вот у вас будет добавить в друзья, нажали. Мне придет сообщение, вот как сейчас я человека нажал, и... Я вас добавлю в друзья. Так, что касается Одноклассников, да? Так, это вот мои друзья канала. Прошу любить и уважать. Посмотрите, очень интересный канал. Ну, с моей точки зрения. Ну, вот, в принципе-то и все. Как ко мне попасть, я вам сказал. У меня есть и Одноклассники, и блог. Ну, блог это можно просто посмотреть. Группа ВКонтакте. В Гугле я зарегистрирован, ВКонтакте я зарегистрирован и мой сайт гаражный. Вы также нажали на сайт, еще вот один подмаскивает, вот нажали на сайт, да, и вы попадаете на страничку. Чтобы на ней зарегистрироваться, достаточно просто нажать вход, у вас появится диалоговое окошко. Вот сейчас я выйду, попробую, опять зайду. У вас появится диалоговое, ну, это что такое, так. Написал, надо будет посмотреть. У вас появится диалоговое окошко. Так, ну она меня не выпускает. Вот. Ну вот, ладно, я сейчас выйду из сайта. Вот, допустим, я вышел из сайта, да? Нажать вход. Вот вы только зашли, еще не регистрировались. Нажали. Если вы есть ВКонтакте или в Яндексе, вот вы есть ВКонтакте. Нажали ВКонтакте. Продолжить. Что-то долго соображает. Вот, короче, продолжить нажали, и страничка вас автоматически как бы зарегистрирует через вашу страничку ВКонтакте. У вас будет свой аккаунт. Вот, нажмете «Моя страница», у вас появится вот такое диалоговое окошко, и здесь вы можете все писать, ну, тут разберетесь, да, сообщение, добавить фотографию, то есть сюда. Ну, как-то так. В общем, вкратце я вам рассказал. Так что подписывайтесь на канал, общайтесь. Видео, я думаю, сейчас вам будет легко найти. До новых встреч!